Живя в этом мире, мы соприкасаемся с огромным количеством людей. Взаимодействуем, общаемся или просто проходим мимо. И хочется жить в гармонии с окружающими и с самой собой. Этому нужно учиться. Учить этому своих детей. Этим мы сегодня и займемся. Общаясь с людьми в этом мире, чувствовали ли вы когда-нибудь желание сблизиться с человеком? С чем это было связано? А может быть, наоборот, хотелось от кого-то держаться подальше? Да, я чувствовала такое. Недавно записала детей в музыкальную школу сама. Самой нравится музыка, поэтому сблизилась, например, с учителем музыки моего сына. Было очень интересно узнать много нового в той области, в которой я ничего не знала. А мне все чаще в последнее время хочется, наоборот, отдалиться от людей. Хотя есть такие случаи, которые, наоборот, меня притягивают люди, и хочется с ними общаться, наверное, потому что мне с ними комфортно, спокойно и безопасно. У меня в жизни получается так, что, допустим, но когда я вижу, что человек чем-то подавлен, огорчен, вот какая-то у него проблема, которая тяготит, мне очень хочется его пожалеть, обогреть. И ты его впускаешь к себе свою жизнь, чтобы, чтобы его немножко ободрить. Вот. Но ты думаешь на какое-то время, чтобы увидеть его улыбку. Но этот человек хочет уже быть настолько долго, что мне становится уже тяжело. Мне уже хочется как-то вот... Мне уже некомфортно вот с этим человеком, то есть и мне начинается вот это вот на меня какое-то давление. Мне хочется уже избегать этого человека. У меня такое впечатление, что мы интуитивно вообще чувствуем, как людей или дела отодвинуть на то или другое расстояние, чтобы нам было безопасно. Вот я хотела бы вам предложить такой мини-тест, который поможет и вам понять, как лучше это сделать, как расставить на это безопасное расстояние дела и людей. Да, кто у вас в первом круге? Кто в самом центральном, да, то есть имеется в виду? Да, в самом центральном. То есть это самый близкий и дальше по отдаленности. Да, как вы чувствуете, где у вас работа, там друзья? У нас как раз будет время, когда мы будем слушать Геру и подумаем над этим вопросом. Сегодня я представлю блюдо, армянский рецепт, тоже называется хапама, и мятный напиток. Хапама – это армянская фаршированная тыква, в состав ее входят различные сухофрукты. В Армении это блюдо подается на самые торжественные праздники, на свадьбы. Это является символом изобилия, поэтому мы очень любим его делать и дома, и на праздники, и обычные домашние посиделки. Для начала нам нужно приготовить нашу тыкву, нам нужно отрезать крышечку. Очень тяжело, но мы уже привыкли. Так, ну вот. Теперь нам нужно почистить, вынуть все, что есть внутри, семечки. Половину мякоти также нужно доставать, чтобы потом смешать это все с начинкой. Что важно знать про личное пространство и про тех людей, которые находятся в самом близком кругу общения и отношений? Вы сейчас пробовали заполнить это все и увидеть, как у вас обстоит дело. Попробуем сейчас представить оптимальный, сбалансированный вариант, как оно должно быть. И первый, и самый главный круг – это «я» и «Бог». Человек – это физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное существо. Наше тело принадлежит только нам, и только мы сами можем решать, кто может к нам притрагиваться, находиться близко. Наши чувства мы тоже имеем право выражать по-здоровому и сопереживать другим. Почему не я один? Есть такой сразу вопрос возникает, да? Потому что когда я один, это эгоцентризм. Все вокруг нас должно крутиться и вращаться, да? А когда присутствует Бог, тогда мы замечаем и других людей, тогда у нас все сбалансировано и уравновешено. Следующий круг мы обозначили бы как семья. А вот что интересно, что вот этот круг можно было бы обозначить на 2А, где должен присутствовать, если вы замужем, должен присутствовать только муж, если вы не замужем, там место пусто. Вы ждете своего избранника, когда он появится. А во втором Б, для тех, кто замужем, у кого есть семья, значит, там будут дети несовершеннолетние. Если уже ребенок совершеннолетний, он переходит в следующий круг, потому что он уже самостоятельный, он может уже сам решать свои вопросы. Это круг нашей семьи и тех, кого мы любим. Уважение, доверие, любовь. Вот этими признаками мы определяем, кто относится к этому кругу и кто наиболее близок к нам. Но также нужно помнить, что даже с теми, кого мы любим, мы не должны пренебрегать своим личным пространством. То есть мы должны помнить о своем первом круге, где я и Бог. Следующий круг – это друзья и близкие. Но тоже нужно оговориться, потому что это те, кто ближе к нам по духу. То есть дружба всегда основывается на доверии и уважении, и все должно быть основано на обоюдном согласии. Четвертый круг – знакомые. Туда может входить и работа, и тех, с кем мы знакомы поверхностно, не слишком близко. Это могут быть дальние родственники, приятели, коллеги. Но здесь нужно обсудить социальные нормы, которые могут быть разных типов, также правила безопасности. И когда мы будем учить наших детей, тогда должны для них обозначить вот эту разницу между близкими и просто знакомыми людьми, потому что очень важна дистанция в отношениях. Потому что есть близкие, да, а есть просто знакомые продавцы в магазине, например. Следующий круг – это люди, от которых мы ждем профессиональной помощи. Мы уже люди взрослые здесь сидим, и мы понимаем, да, кто эти люди. Это врачи, это пожарные. Да? А вот наши дети, они тоже должны знать тех людей, которые обладают вот этим профессионализмом, к кому они могут обращаться за помощью. Это учителя, это те же самые врачи и так далее. Нужно обсудить с ребенком, в каких ситуациях у кого искать помощи. И необходимо подчеркнуть, что у этих людей есть опознавательные знаки, униформа, удостоверение, и что они помогают в тех случаях, когда опасно. И последний круг – незнакомцы. Это те люди, с которыми не знакомы мы. Но мы интуитивно, как взрослые люди, можем определить, где опасно, и остановимся, и скажем, либо пройдем мимо, либо действительно поможем. А вот что касается детей, не всегда они могут подойти к этому осознанно. Да? Бывает так, что заманивают конфетками, да? Или просят «покажи мне дорогу», приглашают в машину сесть. Вот здесь ребенок не должен включаться. Да? А вот если реально плохо, бабушки, да, той же самой, может ли наш ребенок подойти и помочь? Если может помочь, да, в состоянии, в силах помочь, да, он должен включиться, а если нет, пусть попросит кого-то из взрослых и пригласит того, чтобы помочь. Для нас самое важное – сохранить наши границы, да, понять, где мы находимся, и безопасно подпускать других людей на то расстояние, где мы себя будем чувствовать хорошо. Наши сухофрукты уже готовы. Сейчас нам остается размешать его с рисом. немножко посолим. Добавим корицу. Корицу можно не добавлять, если кто-то не любит. Вот и получается у нас такая ароматная начинка. Теперь нам остается нафаршировать тыкву. Так. Открываем крышечку и забиваем. Плотненько нажимаем, чтобы больше у нас поместилось, потому что сухофрукты потом сядут, и все это потом будет поменьше. Мы нафаршировали тыкву. Сейчас нам нужно ее выпекать при температуре 180 градусов час или полтора. Убираем вот на такую решеточку и постепенно крутим, чтобы не подгорел низ. Пока наша тыква будет запекаться, мы перейдем к напитку. Нам нужно будет вскипятить воду. Как только наша вода закипит, мы добавим туда лимон, мяту и базилик. И он покипит минут 5, и мы снимем его с огня. На какое место мне поставить людей, с которыми работаю, и людей, с которыми я в церкви взаимодействую? По времени провождения с ними или по близости отношений? Я вынуждена, например, по 9 часов в день работать, и так или иначе мне приходится взаимодействовать с этими людьми. Конечно, мы не разговариваем с ними на какие-то откровенные, близкие темы, но просто по работе общаемся. Я могу с ними поделиться какой-то радостью, там, но это не значит, что это очень близкие отношения. Да. Совершенно верно. То есть их ставить нужно дальше да? Мне вот очень сложно было разделить некоторых людей. Допустим, если я беру семью, семья состоит, конечно, из разных членов семьи. Это и дети, это и мои родители. И вот мне очень сложно разделить и по значимости. То есть и мне и мама очень важна, и ребенок мне очень важен. И это вот правильно, если я все это определяю в один круг. И как... А я почему-то в этом круге все равно, ну, как бы его этот круг разделила тоже на ступени. То есть все равно мне, наверное, все-таки муж в каком-то плане ближе, чем дети. Дети, может быть, сейчас уже становятся ближе, чем родители, хотя родители просто какую-то другую плоскость близости ну, занимают. И вот здесь непонятно, скольким мерно это пространство. Без плоские круги как будто не подходит. Да-да-да, совершенно верно. Ну, то есть мы интуитивно понимаем, что уже должно быть пространство чуть-чуть больше для того, чтобы проводить время там, с мужем или с детьми. И тоже это будет не одновременно. Да, ну, то есть надо разделять. И мы же понимаем, что расширенная семья, наше общество живет по такому принципу, что сейчас дешевле жить в одной квартире, да? Да. И здесь живет и вновь образовавшаяся семья, и наши дети уже женятся здесь, и бабушка с дедушкой. Но если представить хоть один день, как живется всем в одном этом пространстве, тяжело очень. Да. И потому нужно, если не физическое пространство раздвинуть, то эмоциональное точно. Потому что даже делить одну кухню, ванну с туалетом, это тоже сложно, да? И об этом тоже нужно помнить, что, да, наши мамы, папы, они должны быть чуть-чуть дальше, чем муж с ребенком. Пока ребенок маленький, он зависит от родителей, он должен быть ближе после мужа. Потому что пока мы решаем функциональные свои какие-то вопросы, купить, продать, принести, выучить детей, мы замечаем, что наши мужья или жены отодвигаются вообще очень далеко-далеко за круги вот эти. И тогда нам приходится заново возобновлять отношения. То есть эти вот как бы круги, если правильно мы все нарисуем, правильно распределим людей, то они помогут нам лучше жить, да. Более счастливыми да. быть. Можно я приведу пример? У меня была такая возможность, такой круг изобразить реально, как бы, используя людей. То есть для меня такие круги рисовались, и я должна была представить себе человека, ну, в качестве, там, это мой муж, это дети, мама, родители, там, да, и прям расставить их. Вот, где ставлю я мужа, где я ставлю детей, где я ставлю маму, где я ставлю себя. И именно почувствовать свое ощущение, вот их расположение. И вот когда я расставила, вот вы не представляете, это был, знаете, вот такой вот, просто, вот я понимала, да, это был просто, вот, то есть я понимала, что я в каком-то хаосе, в каком-то вот чем-то. Ты расставила так, как это на самом деле? Да, как это сейчас. Или как бы как ты живешь, да? Да, да, именно сейчас. Причем расстановка была, то есть именно в каком даже они повороте будут, то есть на меня смотрят или в бок. И вот это вот ощущение, я поняла, что именно я и нахожусь в таком состоянии, что вот все вот это вот как таким вот на меня каким-то вот напором. Снежным комом. Да, и когда уже я увидела, осмыслила, что это все действительно меня напрягает, я попыталась расставить, действительно, вот как, например, я встала в круг, в центр, да, а во втором круге стоял муж, которым я стояла лицом к лицу, хотя до этого мы стояли как бы вот по другим местам, лицом к лицу. Дети у меня были уже в следующем круге, и они были сбоку, не на меня смотрели, а боком вот так ко мне. И дальше была мама, причем маму я поставила как бы спиной, то есть она в четвертом году, она спиной ко мне была. И вот это было ощущение комфорта, потому что я рядом с мужем, мы с ним друг на друга смотрим. Дети, они рядом, но они как бы имеют свое пространство, и я как бы их, ну, контролирую. Я боковым зрением ты их контролируешь. Да, да, и они имеют свою какую-то свободу выбора. Вот. И мама в то же время понимала, что она как бы не, наверное, не напирает, не в мою жизнь как бы не, излишне не вмешивается, да, и в то же время ей комфортно, что мне хорошо. И вот я поняла, что в идеале должно быть вот так. Пока это на теории, как бы это вот на практике осуществить. Вот именно когда вот я начинаю заполнять эти круги, я начинаю думать, то есть хочу-то я вот так, и то есть я знаю, что, допустим, ребенок для меня очень важен, но на самом деле, если начинаешь разбираться, сколько времени, сколько сил, кому и чему ты отдаешь, то получается, у меня вот был период, что очень много я отдавала людям, с которыми я работала, которые нуждались в моей помощи, и все мои эмоциональные силы, физические силы, психологические, они уходили туда. И на семью было мало, хотя для себя я считала, что семья для меня очень важна. Что самое интересное, что если действительно работа у нас занимает или отношения на работе больше по времени заходят, они покрывают вот эти отношения 4 первых круга. Да. То есть это как зависимость, да? Трудоголизм и другие зависимости, это покрывает вот такое пространство. И тогда очень сложно выстраивать отношения с другими людьми, даже с семьей, и для себя нету места. Потому что все вот покрыто работой. Работа покрыта служением. Даже в церкви, казалось бы, такое приятное и благое дело, как служение в церкви, оно тоже покрыто всем вот этим пространством. И нету времени ни пообщаться друг с другом, ни с детьми куда-то походить. Да? Не для личного, для центрального круга. Да? Абсолютно. Я, да. И Бог, в котором находится. То есть все должно быть в балансе. И вот, вот этому нужно учиться. Как выстроить так, чтобы... Допустим, хотела бы дополнить еще про первый круг, что не я один, потому что это эгоцентризм, и не Бог один тоже там. Потому что это же взаимоотношения. Да, это взаимоотношения, но если только Бог там в этом центральном круге, это будут традиции и какие-то правила, которые... Зацикленность. То есть только вот это и больше ничего. То есть нету диалога, нету взаимоотношений, нету теплоты. А в чем проявляются взаимоотношения в этом центральном круге, где я и Бог? Что это такое конкретно в жизни, на практике? Это вот определить и представить, да. Во-первых, я — это в 4 сферах, то есть баланс в 4 сферах: эмоциональном, физическом, интеллектуальном и духовном. Если мы касаемся вопроса, как выстроить отношения здоровые с Богом, ну, это вот тот уровень веры нашей, да, и тех отношений, которые у каждого из нас есть. Кто-то начинает с маленького, просто молиться, побольше времени проводить, как с обычным другом, да? Да, мы узнаем его силу в нашей жизни. И вот это присутствие, оно очень важно не только для нас, взрослых, а для наших детей, потому что они перенимают наш опыт отношений с Богом. Со временем ты понимаешь, что вот этот человек, ну, ты бы хотел его отдалить в другой круг. То есть он перестает для тебя быть таким значимым или комфортным. И вот как... как это осуществить. То есть он занимал... Безболезненно, чтобы безболезненно, да, было. Да, то есть отодвинуть. Чтобы безболезненно отодвинуть, не всегда получится безболезненно, потому что, когда вы принимаете это решение, вы заботитесь о своем комфорте. Угу. Да? Да. Для человека зависимого эмоционально это будет очень болезненно, потому что вы отрываете вот эту связь. Для того, чтобы поспокойнее вот это все прошло, можно просто обозначить, что я занят там, да, или у меня не хватает столько времени, чтобы побыть вместе, но мы обязательно с тобой встретимся. То есть мы даем человеку понять, что мои отношения с тобой, они важны, но не так часто. И не настолько близки, да? Да, и не настолько близки. Случается так, что у нас поменялись обстоятельства, или мы вышли замуж, да, например. Да, да. И подруги уже на подруг уже меньше времени. Уже на подруг меньше времени, а для нее, если она не замужем, у нее нет других сфер жизни, она, естественно, что обижена, да, потому что вы уже больше не общаетесь. Да? Так и получается. Да, и говорит, ну вот, когда я тебе была нужна, тогда ты мне звонил и говорил, да, а сейчас, когда я тебе уже не нужна, нет, ты мне нужна, но сейчас у меня больше времени появилось для того, чтобы уделить мужу там. То есть это все равно болезненно, но это необходимо. А это необходимо, совершенно верно. Если мы думаем, что это не будет болезненно, да, точно так же, как с родителями, это будет болезненно пододвинуть их немножко подальше. То есть подальше. Когда выходишь замуж, да, тоже да, от родителей да, происходит некоторое... Болезненно. А с другой стороны, наши дети, которые взрослеют, да, здесь уже, наверное, более болезненно это для нас. Угу, когда они начинают отдаляться, да, угу, отходить от нас. Но это нужно сделать, да, для того, чтобы они тоже научились самостоятельности и ответственности за свои действия. И для того, чтобы наши отношения все-таки сохранились. Потому что если мы слишком крепко будем держать, то может наступить слишком сильный такой разрыв. И правильно, потому что если ребенок будет самым близким, да, допустим, даже если после Бога, тогда это будет очень болезненно. Прозвучала такая интересная информация, то есть если у девушки нет еще мужа, то есть она не замужем, то один круг должен оставаться пустым. Вот этот вопрос пустой клетки, как он практически выражается, то есть это пустоту как-то охранять или что? Да, пустая клетка на самом деле это нейтральная зона, потому что иногда дети очень быстро спешат заменить вот эту связь, да, привязанность на кого-то другого и быстренько выходят замуж или женятся, да? А вот эта нейтральная зона это для того, чтобы хорошо было видно вот там, что дальше, чтобы знать, кого пригласить туда. Чтобы приглядеться. Да. Ну хорошо, вот мы все с вами расписали. Теперь я знаю, как правильно все это должно быть. А как на практике мне все это применить? Как мне все это принести в мою жизнь? Что должно измениться в ней? Угу. Как? Да. Да. Когда мы смотрим, как у нас было в начале, и потом, когда мы понимаем, кто должен быть в первом круге, кто во втором и так далее, то наша задача сейчас все расставить, вот эти приоритеты, да? Кто на первом месте, кто на втором. Чем ближе человек к нам, в иерархическом, да, плане, тем больше времени вот этой близости и заботы мы должны отдать этим людям. И тогда, если у нас будут в гармонии и в балансе все эти круги, да, мы будем защищенными, чувствуя себя, мы будем чувствовать себя в безопасности и комфортно. Да. В общем, делаем вывод, что самое главное правильно расставить приоритеты. Кто где должен находиться. Да. И тогда все будет хорошо. Спасибо, Женя, спасибо, девочки. Так что будем действовать. Спасибо. Привет. Наша хапама готова. Теперь нам нужно ее разрезать. Можем снять крышечку. Если вы хотите приготовить ее дома в узком кругу семьи, то можете взять хапаму поменьше, тыкву поменьше, чтобы она у вас быстрее приготовилась. Лучше брать тыкву красную, чтобы она была сладкая, ароматная. Получилась у нас хапама. В конце нам нужно положить сливочное масло. полить все это медом. Все, наша хапама готова. Теперь мы приступим к нашему напитку. В стаканчик мы добавим пару листочков мяты и 1 листочек базилика, дольку лимона и зальем это все нашим лимонным соком. Сегодня я поняла, как важно правильно расставить приоритеты в жизни, и что это дает чувство защищенности и избавляет нас от стрессов. Если есть в жизни неправильная модель отношений, хоть и трудно, но ее нужно менять. В современном мире поощряется путь к независимости, но нам так нужны отношения, в которых мы и наши окружающие люди будут чувствовать себя комфортно. Очень важно от теории перейти к практике. И чтобы все это принесло желаемый плод, нужно начать уже сегодня. Каждому человеку в нашей жизни должно быть определено свое место. Но для того, чтобы эти взаимоотношения не истощали и не разрушали нас, в центре должны быть я и Бог. Всего вам самого доброго!